Дождь не перестает, уже льет несколько дней. Весна в Гуанчжоу, это сезон дождей. Сегодня будет отборочный тур шоу талантов. Выбирают талантливых детей. Талантливых детей выбирают? Да. Вероника будет петь. Сначала будет петь всем классом, потом у нее будет дефиле, и потом она будет еще отдельно петь русскую песню. Ты будешь русскую песню петь? В китайской школе? Веронику с утра нарядили, сделали прическу. Я так понимаю, у них тут сцена, короче, сейчас здесь будут дети выступать. Дети будут петь выбранные, наверное, песни, да? Потом у них будет шоу талантов, да? А где жюри? Это все отборочный тур на шоу талантов. Ну, я говорю отборочный. То есть сначала они будут там все девочки из класса или несколько девочек из класса, точно не знаю, будут китайскую песню петь. Потом у них будет дефиле еще. И потом будет исполнять русскую песню. Вероника у нас выбрала песню «Максим. Небо, самолеты» будет петь. А еще Веронику сегодня укусил комар. Прям в лоб. Сегодня будет Вероника выступать с шишкой на лбу. Мы тебе замажем эту штуку. Укус твой. Макияж. Ой. Почему и другие родители не пришли, только мы? Где? Вот, да. Еще подойдут, я так понимаю. Ты хоть готова, нет? Песню-то помнишь? Слова. Песню? Да, песню помнишь? Выступать будешь? Что, какую песню пел? Китайскую песню пел? Китайскую, но я не пела танцевал. Я не видел, жаль. Нашу девочку объявили, сейчас будет выступать. Что это такое? Не, я буял. На. Нашли.
всех выступила наша девочка. Ну как? Слушай, ну голоса твоего практически не слышно было. Молодец, давай. Молодец. Умница, пока. Капец. Сейчас надо попробовать найти детей. Кто-то просто с тазиками обливается. Ты посмотри, что происходит. Пойдем. Сколько счастливых лиц. Родители даже боятся подойти туда ближе. Так, где же наши дети? Вон я вижу Веронику. Таня, привет! Где Ардан? Ардан? Я его потеряла. Я за Алданом смотрю. А, вас еще и двое тут? Смотри, мисс Мелисса. Что за мероприятие? В честь Дня защиты детей? Ну, такое мероприятие, я не знаю, как это сказать. Вон наш детеныш. Это какая лафа вообще, да? В школе можно было устроить такое мероприятие, да? Вообще какой-то хаос происходит, смотри. Полину мы рискуем, видел? Мы рискуем. Меня тут уже Ордан обрызгал. Дай-ка я попробую. Сам нарвал. Капец, а что это такое несерьезно? Капец, нарвался я. Я больше не хочу, короче. Привет. Все, как тебе? Вы там были в бассейне? Пойдете? Прикольно. Ну это впервые, да, у нас получается в школе, да, такое мероприятие? Первый раз. Собираем. Мне кажется, наш ребенок после плавания прям сразу же пошел, наверное, на поле, не переодеваясь, да, наверное? Наверное. Взяла пушку. Похоже, потому что они все в шапочках. И в очках. А? Я случайно туда подошел и стрельнул в одного мальчика. Бардана стрельнул. Он мне ответил. Вы после бассейна сразу сюда пошли? У вас бассейн был? Бассейн плавания было? А у вас сегодня не будет плавать? Видимо, этого достаточно. Да, они прикольно сделали. Поставили вот эти вот бассейны, наполняют их водой из пожарного гидранта. Такие, знаете, типа как подзарядка получается. Иди отсюда. Заряжай. Заряжай давай пистолет. Ну как ты? Меня решили защитить себя плащами, шляпами и так далее. Мероприятие будет еще долго так продолжаться, я чувствую. Что? Пока.